Здравствуйте, с вами снова я, Евгения. И сегодня мы с вами будем заниматься лепкой с помощью вот этого замечательного набора Play-Doh. В предыдущем выпуске мы с вами лепили печеньки, а в этот раз мы будем лепить целый зоопарк и использовать формочки самых различных животных. Приступим! Я использовала все вот эти формочки для того, чтобы приготовить наших жителей нашего зоопарка. Для того, чтобы на нашем дереве заросли бананы, нам нужно использовать вот эту формочку. Мы просто вставляем ее на верхушку дерева. И большой кусок пластилина. Ставим этот пластилин. И надавливаем. И вырастают бананы. В наборе вы найдете разнообразные формы зверей, а также звездочки, треугольники, листочки. Также здесь есть 6 цветов пластилина. Зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый и черный. Слепить вот такую жабку очень просто. Нужно взять большой кусочек зеленого пластилина и просто-напросто надавить формочкой на пластилин. Убрать лишнее. Вот какая жабка у нас получилась. Теперь оформим глазки. Лепить из этого пластилина очень легко, так как он не прилипает к рукам и не образует мусор на столе. А теперь давайте слепим вот такой листочек, чтобы усадить на него нашу жабку. Нужно опять-таки взять большой кусочек пластилина и надавить им на формочку, так чтобы края было видно. Теперь нужно просто забрать и убрать лишнее. Вот какой красивый листочек получился у нас. И мы можем усадить на него нашу жабку. Этот набор Play-Doh обязательно понравится всей семье. Ведь лепить из высококачественного пластилина Play-Doh одно удовольствие. А вы оставайтесь с нами, у нас еще много-много интересного.